Сегодня 5 ноября. 5 ноября 1860 года в Самаре отбили первую телеграмму. На аппарате Морзе руководитель строительной первой в столице губернии телеграфной станции собственноручно набрал такую фразу: «Мне очень приятно открыть телеграф в Самаре». В ту же секунду из второго аппарата поползла бумажная лента. На ней с помощью комбинации точек и тире был в точности повторен тот же самый текст. Так в губернии появился свой телеграф. Полвека назад, 5 ноября 1971 года, в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, открыли монумент славы. Величественная фигура рабочего, который держит над головой большие наклоненные плоскости, символизирующие крылья самолета, установлена на 40-метровом постаменте. Этот памятник посвящен куйбышевским авиастроителям, внесшим огромный вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно 5 ноября свой профессиональный праздник отмечают российские военные разведчики. Кроме того, сегодня Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. В народном календаре сегодня день Якова. В старину в эту пору крестьяне старались закончить заготовку дров на зиму. Яков считался также покровителем любой мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день. А еще на Якова справляли последние осенины, проводы осени. Этими и многими другими интересными событиями вошел в историю пятый день последнего месяца осени. Всего вам самого наилучшего!